Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники Олуха. 14 день и 500 тусклого янтаря мы забираем. Так, что у нас дальше? Беззубик. Давай-ка глянем, что он нам принес. Рыба, древесина, рыба. Причем так мало всего. Очень мало, Беззубик, надо тебе... Слушай, может быть, нам его прокачать, а? А у нас не хватает рыбы. Хе-хе. Прокачаем. Так, ну что, Ветрокрыл прибыл. Сейчас мы его опять отправим. Так, древесина собрата. Рыба собрата. Так, что у нас тут? 150 миллионов древесины. Как вовремя. Для того, чтобы Ветрокрыла отправить за железом. Естественно, друзья. Так, ой, подожди. Вернись. Конечно же, за древесинушкой полетел. Так, ты за рыбой. Что у нас тут дальше? Давай-ка мы глянем. Так, по идее, надо музыку эту потише сделать. Она, ребята, запрещена, понимаешь ли. Так, кревет достает нам 4 железа. Так, мы его сможем отправить? Когда-нибудь сможем. Когда-нибудь. 450. Ладно, отправляем его за древесиной. Тебя. Даже не знаю, что с тобой делать. Ну, этого, понятно, за рыбой. Этого, опять же, за древесиной. Тоже за рыбой. За древесиной. 360 миллионов, да. Да, все очень, ребята, дорого стоит. Именно по добыче. Именно по добыче. 450 миллионов. Здесь... Ладно, отправляем. Так... Принцесса Огнеедов у нас получает уровень. Мы можем, кстати, ее прокачать и отправить дальше тренироваться. Так, домик. Да-да, друзья мои, улучшение сооружения. Так, 2682 викинга у нас уже может быть заселено. Точнее, они уже заселились. Нам просто показали сухую статистику, да? Что-то у нас здесь все собрато, нет? Слушай, а где у нас еще домик, который мы можем с тобой спокойненько, так как сказать, улучшить? Вот это же он маленький, да? Да, это он. Строим. Рядышком тоже строим. Здесь забираем железо и отправляем куда его? Пока не знаю, куда мы его отправить можем. Не хватает у нас ресурсов, если именно за железом его отправлять. Так, давай сюда рыбу. Иди дальше добывай. Так. Ну, давай посмотрим, что этот нам хлопчик принесет. Крутим рулетку. Сейчас 100% принесет железо. Или же... Нет, железо. Сколько? 2 штуки? Ну, конечно, 2 штуки. Зачем нам... Я не знаю... Много штук, да? Нет смысла, наверное, его отправлять. Или есть? Нет, приключения... Нет. Давай его просто отправим с тобой. Пускай пока стоит. Стоит в ожидании. Здесь мы с тобой забираем награды. Естественно, на поиски сразу же отправляем. Так, здесь у нас... Листочек, опять же, тусклый янтарь. На поиски. Так, здесь у нас все собрато. Так, отказаться от выгодного предложения. И меняем опять же эту брошь. Я не понимаю, зачем она нам нужна? У нас ее уже столько, что ее девать некуда просто-напросто. Так, теперь дай-ка я присмотрюсь к домишкам. Где у нас еще домики, которые можно прокачать? Так, вот он, да? Есть такое дело. Развиваем. Так. Следующий домик, вот он. И вот тут... Чего? Че, он типа улучшенный, что ли? Не понял. Так. Угу, нашел все-таки домик, который можно улучшить. Все, друзья. Пока, пока именно по улучшению все. У нас железа с тобой нету. Ресурсов нету. Кстати, по поводу событий. Есть какое-нибудь у нас событие доступное уже? Нет, еще 12 часов ждать, ты прикинь? Так, давай-ка мы заберем тут снеговика где-то. Показывают нам, где он.
А вот он, ё-моё. Все забрал. Забираем с тобой блестящий янтарь. И заказать можем еще? Ох ты. Аж 3 штучки, нормально. Так, ну что, событий у нас нету, но зато мы сегодня сможем повоевать на арене. Так, монетки Одина. Ужасное чудовище, чтоб от смерти Грамгильда. Ух ты, Грамгильда. А тут кто? Крылатый ужас. Ну, его-то мы отпускаем, потому что он у нас есть. Ну, давай, давай, крылатый ужас. Вылупляйся и отправляйся, как говорится, на вольные хлеба. И рекламный пак. Ну, понятно, монетки Одина. И дальше у нас начинка. Душитель, кревет, громорог. Вот как-то так. Это все мы с тобой закрываем. И давай-ка посмотрим, что нам наши ребята принесли. Давай, бесплатно. Сарделька полетела. Так, Барсик, у тебя там как? А, бесплатно. Кривоклык нам добывает что? 10 рун. Продолжить поиски. Апорт. И Грамгильда. Блин, вот 50 железа бы... Нет. Никаких тебе 50 железа не будет. Так, тогда я, наверное, отправляю Беззубика. Я его отправлю... А что это такое персонализированное? Я не знаю, ребят. Попробуем его отправить туда. Пускай идет и ищет. А вдруг найдет? Хотя это маловероятно. Ну что, по ресурсам у нас 295, 325, очень мало ресурсов, поэтому мы с тобой никого отправить на поиски не сможем. А раз не сможем, значит, пускай эти ребята у нас просто летят и добывают какие-нибудь ресурсы. Чтобы просто не простаивали они у нас. Так, а вы что сидите? Мало, да? Так, у меня же есть этот. Модификрылка уже добывает. Уже все. Тогда этого отправим. Да пускай он древесину ищет. Иди, ищи древесину. Этих мы с тобой прокачаем. Пускай они идут тренироваться. Так, ты тоже лети. Все равно нам с тобой рыбу некуда девать. Древесину тоже некуда девать, потому что на поиски не отправить, а так ее слишком мало. Поэтому мы отправляем с тобой этих на поиски. Здесь, в принципе... Ага, вот. Вот этот еще тут простаивает. Так. Ага, за древесиной он полетел. Ну, вроде бы пока и все. Здесь у нас ничего нету. Кстати, вот здесь у нас рыба есть. Так, слушай, если у нас рыба есть, значит... Значит, мы с тобой сделаем следующим образом. Вернись. Блин, это же древесина. Ага, вот этот вот. Вот этот парень готов, друзья мои, отправиться за железом за 360 миллионов рыбы. Отправляем, пускай летит. Здесь заберем с тобой награды. 20 и 20, то есть 60 очков всего лишь будет. А нужно 130, чтобы получить награду. Понял. Ну и в конце концов идем с тобой на арену и пытаемся забить с тобой все свободные паки. Точнее, все свободные ячейки для паков. Вот так будет правильнее сказано. Ну и кто же нам тут выпадет? Давай посмотрим. Древоруб, сарделька и плюс опять же пристеголов. И ходят они почему-то первые, да? Так, ладно. Начну я с древоруба. Что-то он тут в плане. Это вот так он жахнул? Да они сейчас уничтожат мне. Ага, вот так вот он решил сделать. Ну? Уничтожишь? Блин, ты не мой барсик ходит. Найс. Так, а теперь кого? Пум-пум-пум. Давай, наверное, начнем с вражеского барсика. Точнее, даже не начнем, а продолжим. Продолжим его колупать. Здесь мы сделаем отхил.
понял. Кусаем. На следующем ходу мы с тобой разбираем вражеского барсика и беремся вплотную за сардельку. Я, наверное, сделаю вот так вот. А здесь... Подожди, а почему кривоклык-то у меня не сходил? Да иди ты. Еще... Твою наливает. Еще и хильнуться успел, еще ему и повезло, прикинь. Еще и ударить успеет. Че это он там, я не понял, вытворяет какие-то фокусы. Ну-ка давай. Все, да выпендривался. Кусаем и на следующий ход мы его добиваем. Твою налево, надо было бить по понижению брони и все, ребят. У нас с тобой очередной поединок. Громорог, Шторморез и Кривоклык. Я, наверное, как обычно, не буду себе изменять. Я начну с Громорога. Мы обычно с тобой так делаем. Уничтожаем его, потом Кривоклык идет. И в конце уже Шторморез. Так, я думаю, будет правильнее всего. Так, зачем ты атаковал? А, я не на ту кнопку нажал, ребят. Твою же налево. Все время по привычке забываю, что не те кнопки стоят у меня. Ну, конечно же. Бамс. Хильнемся? Да, неплохо. Ну, у меня два бойца... Три бойца с пониженной атакой, прикинь? Такого я еще не помню. Обалдеть. С пониженной атакой. Ну, по крайней мере, этот дебаф с нас летел. Мы с тобой еще раз хильнемся. Ну и потихонечку-потихонечку будем уже бомбить. Так, минус Кривоклык. И минус Шторморез. Очередной поединок. И я смотрю, что здесь Пристиголовый есть. Плюс Барсик и Кривоклык. Хочу вот этого вначале снести. Пристиголовый мне не нравится своими фаерболами. Он меня раздражает. Это серьезно говорю. Так, они почему-то все на моего Барсика переключились. Что опять не так? Ага. Это, ребята, не Кривоклык. Это у нас ужасное чудовище. Жалко, конечно, нашего Барсика разнесли в пух и прах. Ну что, чудовище, я по твою голову буду тебя сейчас сносить тут. Ха, промахнулся. Ну бас. Так, давай там ходи уже. Стоит, дергается, трепыхается. Хиляться нам, наверное, не стоит. Просто ударим. Укусим. Переждем атаку. Хильнемся. Ударим. Так, подожди, не то, не то, не то. Ударим. Так, опять же, перебьемся. И что? Можно хильнуться. А можно сделать вот так. Шикарно. Ну что, друзья мои, как вы видите, мы получили с вами... Один редкий пак и два обычных. Начну я с открытия редкого. Плюс пак вождя. Шепот смерти, ужасное чудовище, Шторморез, Костолом, Громобой, экзотический шепот смерти, Громорог, отпрыск и Громгильда. Вау, Громгильда, кстати, друзья мои, прокачивается. Так, где она? Не понял юмора. Подожди, где Громгильда у меня? Пум-пум-пум-пум. Это стальной чемпион. Вот она. Так, какой же уровень ты получаешь у меня? 13-й. Ну, слушай, неплохо. 13-й уровень, отлично, ребята. Великолепно. Ну что, а мы продолжаем с тобой дальше. Набьем второй пак вождя и, в принципе, будем закругляться. Жалко, что нет событий, так бы мы с тобой могли бы пофармить железо и рыбу. И, соответственно, дракончиков наших отправить на поиски. Но в этих у нас не дается. В обычных аренских боях ничего. Кроме паков, которые ты можешь потом ставить на активацию. Но, опять же, не более 3 штук или 4 штуки. Но это в том случае, если ты драконий наездник, то есть VIP. Так, подожди, мне не нравится вот этот вот супостат. Что он будет делать? Ага, он промахнулся. Значит, добиваем с тобой скалотряса. Вжариваем сюда. Понижаем, естественно, защиту. А кто бы сомневался, а? По-моему, я сейчас потеряю Штормореза, да? Ведь шмальнет в него. Естественно, шмальнет. Ну как же будет он не жалеть.
Но мы этого тоже сейчас хрюнделя уничтожаем. Бомбим. Почему-то он пропустил ход, непонятно почему, ребят. Что он там собирается делать? Кусает. Мы можем сделать вот так вот. Повесить на него слепоту. Теперь он будет как слепой кролик здесь бегать, тыкаться носом и ничего не сделает нам. Ну а мы с тобой с удовольствием его будем уже разбирать. Потихонечку, не спеша, но разберем. Последний слепой удар у него делается. Все, и добивка. Шикарно. Так, у нас следующий поединок. Слушай, чем-то мне это напоминает позапрошлый бой. Тебе не кажется? Очень похож. Только, по-моему, немножко местами поменялись. Ладно, скалотряса в любом случае надо уничтожать. Меня он нервирует. Интересно, кто кого быстрее, а? Скорее всего, нам Барсика сейчас... Выжил Барсик, прикинь. Он выжил, друзья мои. Он выжил. Так, но сейчас, по-моему... Слушай, я думал, погибнет, его завалят. Нет, ничего такого не произошло. И это круто. Давай сюда ударим. Сейчас, интересно, будет отхиливаться или что? Тебя умоляю. Вообще промахнулся. Просто промахнулся. На тебе. Добиваем. Ну что? Кривоклык вражеский, а? Сделать-то ничего не можешь, да? Что-то только остается дергаться тебе. Вот и дергайся дальше. А мы с тобой отхиливаемся, кусаем и добиваем. Все легко и просто. Так, смотри, у нас здесь что? Два хищника плюс громорог. Поехали, начнем с громорога. Надо его быстренько сейчас расчехлить, а потом будем уже, наверное, с этого все-таки продолжать. Клыка криво. Ай. Неужели бомбанет, а? Бомбанет. Тогда мы уничтожаем этого. Бьем сюда. Распрощаемся с нашим шторморезом. Опа. Ну, этот добьет. Этот супостат добьет. Так оно и получилось. Ну что? Предлагаю повесить слепоту. Предлагаю. И сделать вот так вот. Слушай, фиол, 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 фиол против... Блин. Ну-ка. Хорошо, хорошо, он вмазал. Так, мы продолжаем с тобой этого бомбить. Ну. Так, давай своим суперударом. Сейчас в своего же кореша. Все, ребята, нам остается просто добить. Отлично, просто великолепно. Ну вот и последний пак вождя. Давай мы его откроем. Шторморез, ужасное чудовище, шепот смерти, костолом, злобный змеевик, сарделька. На самом деле, мне очень-очень нужно, чтобы нам выпала одна карточка, знаешь, на кого? Вот, на нашего Барсика. Потому что у нас 119 карточек. Я хочу ему просто поднять уровень. 100, ой, 100. 16 левел, чтобы у него был разряд. Потому что, ну, сам видишь, кривоклык у нас 17 разряд имеет. А шторморез тоже 17. А Барсик, он отстает у нас по уровню. Поэтому, наверное, его все и пинают. Так, что у нас тут? Две наградушки, да, мы с тобой забираем. Но этого не хватает. Все равно, ребята, еще нужно 50. Да, не хватает. Так, рыба. Слушай, а рыбу, если я сейчас заберу? 262 миллиона. По-моему, не хватит у нас ни на что вообще абсолютно, да? Сколько вот это? А, подожди, нам же нужно железо. Какой там уровень нужен? 80-й? И прокачать как бы надо, да? И в то же время жалко, ребят. Жалко отдавать столько рыбы на прокачку. Ну и получается, что на сегодня пока, друзья мои, все. Через 12 часов у нас будет с тобой доступно новое событие. Как раз у нас поспеют домики. А сколько нам вообще нужно мощи по викингам, чтобы продолжить развиваться? Ага, слушай, еще много. Еще много, нам придется практически каждый домик, вот такой вот маленький, захудаленький, вот такой же, да, прокачать. 60, ты представляешь, 60. А сколько он дает на при... О, 100, прикинь, второго уровня домик 100 викингов будет давать.
Но это 60 железа. У меня в данный момент максималка это 50. Это уже после, когда мы с тобой прокачаем дровницу, прокачаем эту лохань. Только после этого мы сможем что-то там дальше вытворять. Ну что, ребята, а на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.